Пляж микрорайона Мамайка. Недалеко от моря торговые ряды. Сюда с проверкой отправились сотрудники полиции, члены добровольных народных дружин и общественники. Здравствуйте. Старший участковый полномочный совета. Вам известно, что пиво нельзя продавать? Да, мы не продаем. Продают, и еще как. В нестационарном магазине, где по закону запрещено торговать алкоголем, идет бойкая продажа пенных напитков. Это показала контрольная закупка. Вот, приобрели 100 рублей. Вон написано, вон бутылки даже в холодильнике стоят. То же самое и в соседней торговой палатке. Пиво бутылочное, в банках на разлив и закуска к алкогольному напитку на любой вкус. Другого товара здесь, можно сказать, и нет. Объект такой же нестационарный, а это значит, алкоголя на этих полках по закону быть не должно. Полицейские описывают изъятую продукцию, составляют протоколы за нарушение кодекса об административных правонарушениях. Мы хотим обратиться ко всем жителям и гостям города, быть максимально внимательны при покупке алкогольной продукции в подобных сомнительных местах. Всего в ходе рейда было изъято более 400 литров пива. На владельцев прибрежных ларьков будут наложены крупные штрафы. И такая работа будет продолжена. Подобные рейды с участием общественности пройдут на всех пляжах города в течение курортного сезона. Инга Габейшая, Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.